Короче, ребятки, новый видос. Сегодня к нам приезжает команда из Таллина, Кертрэп называется. Там почти все эстонцы, один только Денис Карпов русский. И это для тех, кто не знает, потому что меня много кто смотрит из России, из Беларуси, из Украины. В общем, получается, мы живем в городе Нарва, и у нас есть столица в Эстонии, Таллин. И оттуда вот приезжают они. И да, думаю, будет весело. Будет, скорее всего, бэхоп-контест. Очень хочу в нем выиграть. И будет, скорее всего, бэстрик. Это было понятно по историям, которые выпустил Микаэль, вот один чел, который снимает тоже на ютубчик. Я думаю, если вам интересно, там, конечно, на эстонском, но могу оставить ссылочку, вдруг кому будет интересно посмотреть его канал, вот кто из России, из Белоруссии, из Украины и так далее. Ну, скорее всего, те, кто из Эстонии, уже знают, о чем он снимает, там про самокат, про батут. Короче, я сейчас дома, пойду в парк, там уже, скорее всего, все наши пришли, и в 3 часа он приезжает, сейчас где-то 2 часа. Да, сейчас без 20 минут 2, да, как-то так. Ну ладно, все, я погнал в парк. Мы пришли в скейт-парк, здесь Никита надевает шлем. Не снимай хочет... меня в шлеме! Он, короче, хочет пробовать треху бэк на флай. Попробовать. Микрочел здесь, тейк. Ну, и мегачел. С 860. Пофиг. Мегачел с IQ 863. Американская хуета. Давай, знаешь. О, что-то получше было. Ну, это было близко. Ай. Это руль просто такой. Пожалуйста. Не покататься. Не надо, я не выдержу. Долгие гоняют, что за жесть. Я пока поучаствую. Ой. Да, что такое? Я забочусь. Это Сэпа. Первый запуск. Вот это чел в 2000... На каком? 17-м? Или 18-м был? 18-м. На третьем. А, в 18-м на третьем месте был в мире. Ну, да. Это ноунейм какой-то. Вот это лучший чел катает на рейле, растащит его. Минус 3. Да, просто... Да. Говори. Хороший день сегодня. Да, очень приехал. Хороший Кердо Трэп. Я Рома Сяля. Он его в минус дернет, наверное. Я Денис Карпов. Я Максим. Ты что скажешь? Сейчас бэхоп контест будет. Вот, все, я готов выиграть. Вон, смотри, смотри, смотри. Смотри, бэхоп контест. Я не буду в этом играть. Я буду, я буду. Всем привет. Короче, я их всех в минус дерну. Легко. Вот особенно вот там челик в белом ходит с кепкой такой. Вот он вообще такой. Типа самый деструктивный из этой тимы. Вообще легко его сейчас дернем. Ставьте лайк. Криво стоит. Пожалуйста. Хорошо, Никита. Никита, молодец. Хорошо. Хорошо. Ага, давай. Колокольчик.
Гордюха. Ой, Гордюха. Полегайся раз. Так нелегкий делай. Хорошо. Давай, хорошо, хорошо. Теперь по 5 сантиметров будет. Сейчас 75. И оп. Не, давай еще, еще одно. Еще одно. И ова. Хорошо. О-о-о. Риду, риду, риду. Давай, еще раз. Хорошо, молодец, молодец. Давай, 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 давай. Хорошо, мам, я. Оли, о, молодец, молодец, 75 сантиметров. 80, готовы? Сейчас будет. Ну поехали, 80 сантиметров. Давайте все похлопаем. Осталось только несколько парней. Не-не-не-не. Похлопаем. О! Молодец, молодец, 80, 80, хорошо. Давай, Вова, у тебя там почти метр уже. О, ну тут 1.10 было уже. Давай еще одну, ты перепрыгнул, но там надо встать на 2 секунды. Два. О, 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 было, было. Хорошо. Ну это вылет. Да, я знаю. Молодец, Вова. Вова. Хорошо. У каждого по 3 попытки теперь. Ой. Нет. Так, у тебя еще последняя попытка осталась. Никита вылетел уже. Ты наклеечку-то возьми. Так, в принципе, у нас есть победители уже. Но победители, хотите ли вы еще выше попробовать? Давай, бомбляй! 90 прыгнул. Это вообще мясо. Это метр. Да, нет. Нет. На 180 легче. Ну, 95 прыгнуть там было или сколько? Или 90 было? Предпоследний, когда с Владом остался. Там, по-моему, было. Раз. 90 там было. Соревнования на 90 ты спокойно перепрыгнул. Best trick у нас будет в этом маленьком. Блин. Я уже придумал другой свой бестрик, а ему сказали на этом сделать. Никитбэк будет делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Воп-воп-воп-воп-воп. Воп-воп-воп. Бэк-бэк-бэк-бэк-бэк. Драйв. Трипл флип. Драй флиппи. Давайте, давайте, давайте. Время идет. Оп, выпар.
Инвард, инвард. Оле! Вот это шоу, вот это шоу. Вот, оле! Сделал. Никита! Воу! 360! Никита is the winner. Congratulations! Shout out to Никита, killing it! Давай, фотку надо еще. Господи, денег. Денег он син! Не знаю. В смысле? SML XL. Я люблю больше футболки. XL, я нафигел. Сейчас когда там прыс. Таскают с собой 2002. Тебя награждать не будем. Ну, мне дали вот это вот за батаркап. Молодец. Ты заснял это, надеюсь? Надеюсь, заснял. Ну, ты снимал? Я снимал. Ну, но не факт, что там никто не помешал. Вова это вырежет 100%, как я батаркап ставлю, и мне дают эту штуку. Почему не вставили мой трюк? Да. Он просто, знаешь, он поставил и слетел со своего кикбра, он сильно очень разрылся. Блин, ну мне тогда дождали, что такое трюк, что я не умею. Еще. Пойдем, четвертое. Ты все снимаешь? Почти. Меня засними, ну типа я тоже тут стоял. Типа я тоже тут вместе с ними рядом стою. То есть там они не только... Я думал, типа ты или Вася тоже третье место получится. Типа батрекап и инвест. Здрасте. Getting Insta famous, fuck yeah! На YouTube. YouTube. О, сколько субскрайберов? Видео палил. Видео, видео там. Это. Сколько? Имя видео. Видео видео. Mis selle kanali nimi on? Lihtsalt minu nimi on Vova Harlau. Ma lähen vajan neil. Nii. Tak, tohaja. Ma teed seda. Hei, tak, kõrkõrk. Jaa, jaa. Millal Tallinnasse tuled? Ei tea, tead. Teeme Tallinnas session. Nii peagi. Me saame teile hõõmaja pakkuda. Eks me siis teeme varsti demo ka. Peace out! Веселый чел. Ну и он сказал, типа, если я приеду в Таллин, можно с ним контент какой-нибудь запилить будет. Так что да, в принципе, круто. Фига, там час 35. Он записал мой номер, короче, сказал, типа, погнали по стриту, погоняем. А я, типа, у нас стрита нету, ну ладно. Я думаю, будет весело. Все. Кстати, подпишитесь на Лёху, он не снимает люто. Да, вот, подпишитесь. Вот. Куча наклеек. Куча наклеек. Футболка. Нормально футболка. Excel. А, эти слол. Это Эль он мне дал. А, Эль тоже. Препа. Опа. О. О. Опа. Потом посмотрю. А то я как в прошлый раз. Один раз дал, у меня ни хера не осталось. Футболочку дали Никите. А что еще тебе дали? Наклеечки, две резиночки и этот еще. Держал тут телефон, чтобы пальцем держать. А. Денис! Йоу! Фейки бой! Давай нарва, мальчик! Йоу! Класс! Who's next? Йоу! Нормальный, йоу!
Вот это майстер. Это пацан был Нитро Серпис тоже, кто это знает. Это легенда. Вообще. Йоу. У меня руки трясутся. Шкутер бангерс. Йоу. Нарва гэнг. Найс. Zero fail. Yeah. Денис. Найс. Так, ноу-хендер. Йоу. Грайнд. Фейки грайнд. Yeah, third down. Third down. Давай, Лова! Поехали! Давай, Лова! Риду! I believe in you! Шоу! Найс, найс, найс! Один сочет! Heavy metal. Profit. Drop it. Oh, bars. Nice. Yeah. Nice, clean. Такой. Чего? Это флоу просто... Никита, что? Чего? Просто не скажет. Никита! Спокойно! Никита, ты просто on fire! Ой! Ой! Такой маленький рапа, такой эйр. Йо! Нарва копник. Так, я чувствую, йоу! Что-нибудь хорош сейчас придет. Давай. Йоу! Молодец, молодец. У нас что у тебя есть? Йоу! Вот это Рона Цель! Я на кепке ласточку попрошу. Напишите в комментах, нормально я выступил там с ним. Йоу. Ты там разошелся прям. Ну да, у меня пустота была. Коля, а где хломик делаешь? Тёма, хломик! Коля. Обязательно поеду туда в 2020 году и поснимаю чуть-чуть. Будет круто, думаю. Подписывайтесь на мой инстаграм. Вот он, вот он. Да не будет, он не вставит. Ну, подпишитесь, пожалуйста. Вован не вставит, я вставлю. Давай, пиши, короче, я сейчас запишу. Да тут в монтаже вот. Так, у нас тут было два чемпиона. Но надо выбрать одного. Кто сделал бэкфлип? Никита, иди сюда. И еще один сделал баттеркап. Так, баттеркап. И теперь вот вы все должны сейчас сказать, что было круче. И выбрать можно только один раз. Вот этот мальчик, который сделал сальто отсюда. Сальто вот назад. Или вот этот мальчик, который сделал вот так, вот так. Вот так. Кто за сальто? Сальто назад. Так. Раз, два, десять. Много. 53. Так, за тебя. Кто за баттеркап? Вот это. Раз, два. 49. Нет, победил все-таки сальто. Вот чемпион наш. Сделал сегодня лучший трюк. Поддержим Никиту. Так. Этот катез закончился. Сейчас пока катаемся, отдыхаем, чилим, катаем и еще раз катаем.